Dallas Cowboys. Yeah. Yeah. And Tom Brady usually wins in the snow, and this is the first time, apparently, I saw a statistic that he's ever lost in the snow. Tom Brady. I did put that hex really? On him. First time ever lost in the snow? He's 12-0 in the snow. That doesn't That's seem been right. more snow games than that. I'll find it. Yeah, check it out. They play a lot of snow games. Yeah, sometimes you turn on the Patriots game. They're always I just read snow. It. But he's been great. I just read that statistic. And in recent years has owned the Broncos. Американская мечта, типичная американская мечта иметь свой бизнес, работать сам на себя. И мы с мужем, когда поженились в июле 83 года, в августе мы купили этот магазин 83 года. Так что вот 32 года было, как мы в этом бизнесе, в той же самом месте, без изменений все. Это все, конечно, не так просто, как это казалось. Это много работы, но... Hi. Hi. No, he's not first. Okay. I just need two raspberry. He's taking interview. Ooh. Two raspberry. He's not buying anything. It's for Russian channel. How much is it? $260. I guess, can you do one more? Okay. $390. Metally. Thank you. See you. Have a good day or wherever was left. How was it today? Slow. Your hair is beautiful. You sure? Because I did it quick. I think it's cute. It's better than flat. Beautiful girl. How are you today? Oh, I'm good. How's the puppy? She's doing better. Hi. Hi. Я выезжала из Советского Союза, так что это была одна большая страна и такое счастливое советское детство и молодость. So, поэтому ностальгия долго присутствовала. Ну а когда я приехала, уже вернулась в Минск, то такое чувство, что я вообще никогда не уезжала. То есть за все эти годы и вообще даже политехнический институт, и мой техникум был совсем рядом, был такого же цвета. Все было то же самое. Ностальгия, короче, прошла сразу. Light, yeah, for the camera. That's fine, yeah, please don't mind. Give an interview. Excuse me? Interview. We're interviewing who? For Russian people. Oh. About life in America. No. What do we think about their president? What do you think about Putin? Do you know who is Putin? You guys carry Miller's? Yes. Would you like them in 24-ounce cans? Is it That's over here, right there. Oh, I see it's backwards. Сейчас мы у Наташи спросим, что она думает. It's in there. Like where you can't see it. It's somewhere in there. Do you have
I know that he doesn't want us adopting his children anymore. Она знает, что он больше не общается со своими детьми. And are they $3 here too? And then give me a strawberry Swisher Sweet. I have Amsterdam. Do you guys have them double shots? I have double shots. Are they the 2 for 5? Or how much are they? $2.59 a piece. Yeah, that's 2 for $5 pretty much. Okay, so give me pineapple and mango. Or orange, whatever that orange top peach. Is. Yeah, double. I'm like, one of them. Адаптин — это когда берут детей на содержание из чужих семей, берут или детей, от которых отказались. Вот их адапт. Вот, что вышел у вас закон, забыла, как он назывался, этот закон, что детей больше из Америки, вернее, в Америку запретили брать, на усыновлять вот, детей. Адаптин — это усыновление. Я выросла в такой красивой, здоровой семье и такой обстановке, что у меня никогда не было, чтобы у меня чего-то не хватало. Они меня и морально, и материально, вот родители до последнего своего дня, все, что я бы хотела бы купить, они мне покупали. Но отец у меня был, в частности, этот человек вообще был просто таких, как говорят, не делают. А я могла просто рассуждать о чем-то, вот просто в общем, не конкретно, что вот я бы это хотела. Просто в общем обсуждать или сказать, что там кто-то из моих друзей что-то купили и так далее и тому подобное. Он мне на следующий день это привозил. Я подумала, что тебе, наверное, это тоже бы хотелось. Папа всегда покупал, и мама, то, что нужно было для развития. Сейчас я понимаю, что им было тяжело, но они старались ни в чем не отказывать. Были сложности, конечно. Вот я помню, джинсы очень хотелось. Их было очень трудно достать, и они очень дорого стоили. Ну, в конечном итоге мне все-таки их купили, но это было где-то в классе 7-8. Поэтому хотелось быстрее уже начать самой зарабатывать. Так моряки привозили хорошие вещи, поэтому, наверное, и пошла на судно работать, потому что хотелось самой себе покупать. Это было в 98 году. 90-е годы, как все мы знаем, были тяжелые, и все старались где-то как-то заработать, а многие мечтали о том, чтобы эмигрировать поскорее от этого ужаса и кошмара. Вот я вошла в их число, и меня компания взяла на работу, американская, Norwegian Cruise Line. Вот. И я на судно не пошла, осталась в Майами. Одесса, портовый город. Это очень популярно в Одессе. И у меня родственник, когда я была маленькая, у меня родственник работал на судне и привозил всякие открытки городов, фотографии с разных стран. И это у меня была мечта. И так как это был единственно возможный для меня способ в моем представлении, поэтому решила пойти работать на судно. Очень хотелось мир посмотреть. Ну, это не легкий кусок хлеба, это тяжелая работа, потому что нужно постоянно работать, нету выходных, нужно все время обслуживать туристов, и все время ты находишься на воде, в море, общаешься с одними и теми же людьми, и это очень тяжело.
Нравилась работа. Когда молодой, не так все чувствуется, острая усталость, и все забывается очень быстро. И, ну, для меня это было лучше, чем работать на берегу. Это же большая сеть. В Одессе очень много агентств, которые набирают на работу под флаги других стран. И набрали меня под флаг. Вообще, я не знаю точно, это американская компания, но все работали в основном комсостав, все американцы. А обычные работники там на кухне, в ресторане, в баре, это все из Латвии много, из Литвы, из Прибалтики было очень много людей. Из Украины, из Польши, из Румынии. Европейцев набирают, потому что они работают хорошо, более трудоспособные, чем американцы. Ну и американцам платить нужно больше. Мы когда ходили в рейс, в Калининград заходили, но я не сходила с судна в России. Америке миграция, она расцвела на ней, можно сказать. Потому что люди здесь согласны работать, приезжие люди согласны работать за те деньги, на которые американец скажет, даже никогда в жизни. Я и офисы убирала, и дома убирала, и в детском саду работала, и бензин продавала на гастейшн, чтобы платить за свое образование. Я закончила колледж, встретила мужа здесь. У нас родилась дочь в 1988 году. И я смогла сама, без помощи родителей, как бы это было там, добиться собственных успехов и жить комфортабельно, и быть контент и счастлива. Леня, привет. Иди сюда ко мне. Расскажешь, как ты относишься к политике Путина. Как относишься? И так отношусь. Так и так? Угу. Исчерпывающе. Ну, когда вопрос у Украины, одно отношение. Они не имели права лезть туда. А в Сирии, то, что они помогают, я считаю, это нормально. А то, что это в ущерб российским гражданам? Что именно? Вся эта авантюра в Сирии. Я уверен, что начнутся и теракты, и взрывать будут, и так далее. Что не так? Ну, причем вот они и начнутся, потому что начнут мстить. Они в любом случае начнут. Я так не думаю. С одной стороны, в Украине тоже там две стороны есть. И положительные, и отрицательные. С Крымом они начали тогда это, потому что весь военно-морской флот находится, основная база у них там с Севастополя. Причем эта территория была российская долгое время. Вот поэтому началось все это. А заодно оттяпали Донбасса кусочек там, и то. Что, ну, аппетит во времени. Что они нет. Забыли в Донбассе? А с Сирией сейчас тоже непонятно, что будет, потому что... The best people in the world. It's not right. Now you can make up a story about some idiots. It won't take long for you to get the story straight. Oh, I came straight over here. I'm come see him Tuesday through Thursday. 10 to 2. Yes, ma'am. Так кто же о людях думает? Никто о людях не думает. Главный раб на галерах думает только о собственной шкуре. Извиняюсь. Почему? Беседуй дальше. Чего, ты очень даже помог. Yeah, that we don't have.
actually have, you know, we might have English Bulldogs right now, but there's people who are. I'm sorry, I don't drink. You're I pop kill my daddy. Don't worry. My dad owns this store. He bought this store 5 times. С Гилом они не борются, и вообще много информации в интернете, что это и создавалось усилиями Путина, в том числе, весь этот ИГИЛ. И поддерживают они ИГИЛ. Поэтому... И не бомбят ИГИЛ, а бомбят оппозицию Асада на границе с Турцией. Там вообще ИГИЛа нету. Что там делали российские самолеты. That's another thing. Brady has owned Manning throughout their careers. Well, Brock got off to a pretty good start against Tom Brady last night. And 1-0 against Brady. Good for him. Brock 1, Brady 0. Yes. And did you know there's a new heavyweight champion? Mm-mm. He's an interesting character, this dude. There's some weird stuff about him on the internet. Really? Yeah. Like he does dirty stuff? There's some weird stuff. They googled Tyson Fury. В Америке вообще очень много русских. Ну, я имею в виду русскоговорящих. Не из России, русскоговорящих очень много. И газеты есть русские здесь, есть русские магазины, аптеки. Если не хочется общаться с американцами, мне кажется, никаких преград нету. Русских полно. Может быть, пожилые люди, которые приехали, эмигрировали семьей, у них нет просто необходимости. Но, тем не менее, все равно им приходится общаться в какой-то степени с американцами, потому что в больницу они ездят. Нету больниц, чтобы разговаривали только на русском языке. Есть, конечно, русские врачи, и там русские медсестры при врачах, и русские агентства по уходу за пожилыми. Все это есть, и у них практически нет надобности знать язык. Им переведут, все отвезут, привезут, и у врача найдется. Ну, есть же такие врачи специализированные, там, кардиологи, допустим, и какого-то конкретного врача не всегда найдешь русского, поэтому все равно приходится как-то сталкиваться с американцами. Я живу в доме, в котором мы сейчас живем, 15 лет. Я не знаю ни одного соседа. И у меня нет желания его знать. Им, наверное, точно так же. Никто не вникает ни в чьи проблемы. У каждого свои проблемы, и ты занимайся им сам. Ну, а если ты обращаешься куда-то профессионально за помощью, то тогда это стоит денег. Поэтому вот это вот все как-то такое вот мне дает стрессовое порой состояние от того, что я больше не думаю о там какой-то там интеллектуальной, моральной стороне. У меня вот все это бизнес. Вот жизнь это равняется бизнесу. Ну, лично у меня рабочий день с 9 утра и до 6 вечера. С людьми работать всегда тяжело. Есть и хорошие покупатели, есть и которые много пьют или под наркотиками, и сложные покупатели есть. Потому что здесь легализовано, поэтому никто не прячется. Курят свободно. Многие люди курили и до того, и продолжают курить. Это не новые люди, это просто они стали свободнее в своем образе жизни. Марихуана сама, recreational, она не дешевая.
она может быть дешевле, чем какие-то другие серьезные наркотики. Но если человек может себе позволить, допустим, купить марихуану, там, унцию, и, или у него останутся деньги на купить еще что-то, там, ликер или еще что-то. А так, в принципе, оно не должно было мешать друг другу. Наоборот, оно помогает друг другу. Человек, который курит и потом выпивает, допустим, тот же самый стакан пива или бокал вина, у него, по идее, должна быть сенсация намного сильнее, реакция и настроение. То есть ликер помогает марихуане, и марихуана помогает ликеру. Есть, и мы это продаем тоже, такие специальные, называются cutters. Ты разрезаешь эту сигару, высыпаешь все изнутри, и в нее засыпаешь, допустим, марихуану, и заклеиваешь. Но ты ее можешь использовать просто как сигару, дешевая, невысокого качества, но достаточно приятная, потому что у них разные вкусовые качества есть. Почему люди это покупают? Потому что это намного дешевле, чем сигареты в данный момент. А сигареты, и то я считаю, что у нас сигареты еще довольно доступны. В Нью-Йорке, вы увидите, оно просто там зашкаливает, пачка сигарет. И поэтому очень многие люди переквалифицировались с сигарет на сигары, потому что они могут купить вот, в данный момент 6 сигар за доллар. Представляете, и там курить, я не знаю, их может быть неделю, а не потратить $10 на блок, какой блок, на 2 пачки сигарет. Нужно бояться заниматься криминалом. Мне кажется, это единственное, чего нужно бояться, чтобы тебя нигде полиция не остановила, и ездить без прав, наверное, в машине. Ну и голосовать нельзя. А так нелегалы живут, как обычные американцы. Если ты никуда не ввязываешься, то или если кто-то, у русских было популярно, если ругаются между собой, так звонили в иммиграйшн и говорили, вот в этом ресторане работают нелегалы. Тогда иммиграйшн должно было реагировать на это. Приезжали и проверяли у всех документы, кто нелегальный, отправляли в иммиграционную тюрьму и потом по домам уже. Даже если нет никаких предпосылок к тому, что тебя заберут, это все время сидит в голове, что ты, что тебя могут где-то взять и отправить в тюрьму. И чем дольше живешь, тем потом сложнее становится, потому что ты уже привыкаешь. Вначале там, когда ты еще не познал всей жизни в Америке, и еще все непривычно и дико, то, возможно, и не очень большая потеря. Когда уже живешь здесь приличное какое-то время, уже привыкаешь ко всему, уже обрастаешь знакомствами, то, очевидно, тяжело. Одного моего знакомого отправили домой. Он говорил, что вот, наконец-то я наемся хлеба и продукты, вот очень скучали за продуктами. И у меня тоже была ностальгия за продуктами, и потому что здесь все другого вкуса казалось. We do not. No, depends what you want to do. If you need cash, we can give you cash from your card. If you need to check your balance. No, I need cash. Okay. Отношение всегда было очень хорошим. Во всяком случае, с теми людьми, с кем мне пришлось в течение вот практически 36 лет встретиться, только положительное. А все восхищаются русскими, даже при всем при том, что многим не нравится то, что Путин делает, но все восхищаются русскими. Все восхищаются водкой, красотой русских женщин, всем нравится еда. Нет, я ничего отрицательного не могу сказать. Я только видела положительные отношения к русским. И если бы мы устраивались на работу, к примеру, но если бы, допустим, сидела там черный араб,
мексиканец и я, к примеру, на одну и ту же позицию, я думаю, что мне бы отдали предпочтение. Это мое личное мнение, конечно. Но я ничего отрицательного никогда не встречала. Наоборот, очень, очень все хорошо относятся. Если приходят африканцы в магазин отовариваться, то они все любят русских людей, хорошо отзываются. Ну, поскольку всегда помощь была, и кубинцы любят русских. В Майами я жила, там много кубинцев, здесь много мексиканцев. Мексиканцы никак к русским не относятся, потому что они, скорее всего, и не все даже знают. А многие знают по акценту, понимают, что я русскоговорящая, спрашивают. Когда спрашивают, я всегда говорю, что я из Украины. Раньше говорила, что это одно и то же. Но в последнее время я говорю, что я из Украины, я не из России. Потому что обида есть. Бизнес содержит нас. Мы содержим наши бытовые необходимости, там дома, машины, техника и так далее и тому подобное. Значит, вот в принципе на сегодняшний день я хочу, чтобы мой бизнес был на той же самой позиции, где я не имею проблем обеспечить вот это вот свои вещи, которые я уже имею. Если бы я знала, что через 32 года у меня бизнес будет хуже, чем раньше, ну, чем когда я начинала, я бы его давно продала бы. Хотелось бы, чтобы мир и покой был в семье. Ну и пусть это не банально звучит, чтобы все жили счастливо и спокойно, чтобы не было войны. Это такая глобальная мечта. Ну, лично для себя я даже не знаю. И я хочу, чтобы в семье было все хорошо. Хотелось бы, чтобы мой внук сюда приехал. Хотелось бы маму свою здесь увидеть, так как сын мой уже здесь. Ну, в данный момент не в Денвере, но вообще уже в Америке, уже имеет грин-карту. Что ему по накатанной уже легче пришлось, чем мне. Все с нуля начинать. Вот. Так что он приехал уже на все готовое. Хотелось бы воссоединения с семьей скорейшего. Надеюсь, что сын продвинется в своей специальности и, возможно, откроет свой бизнес. Но это не в близкой перспективе. Как-то вот пришло к такому моменту, когда в жизни, может быть, это частично с возрастом связано, что вот в Россию обратно я не то, что не хочу. Я бы там не смогла уже жить. У меня ментальность поменялась. Потом вот эти вот все бытовые услуги, без которых я бы уже не смогла сегодня жить. Так что туда я бы не могла и не хочу возвращаться. Здесь мне стало уже не так. Это не та Америка. Это не та Америка, в которую я приехала. Я вот это чувствую изнутри. Я гражданка этой страны, и я этой стране искренне благодарна за все возможности, которые она мне предоставила. Но я чувствую в данном случае себя как где-то посередине. Короче, там, где я родилась, то, что считается моей родиной, туда я не хочу возвращаться. А вот где я живу сейчас, мне не совсем нравится. Но практически ехать больше некуда. Ну да, мне все подружки говорят, что вот ты говоришь, что ты трусиха такая. На самом деле ты очень смелая, не каждый бы отважился поехать в чужую страну, и ничего не зная,
уехать, никого не зная, и остаться в этой стране. Ну, наверное. Ну, я всегда себя считала трусихой. Ну, видимо, страх жить в этом хаосе преобладал над страхом жить, познать что-то новое и интересное.